Сьогодні рубрика «Тест-99» спілкується з популярною українською письменницею Іриною Говорухою. Авторка пише відверті романи у жанрі інтелектуальної жіночої прози. В неї вже видано 4 книги. Все книги, конечно же, об отношениях мужчины и женщины, о том, как они строятся, очень сложно бывает, как они не могут построиться, что им мешает, о том, как мы иногда неправильно понимаем любовь, иногда мы путаем влюбленность, иллюзию, миражи, иногда мы сами придумываем чувства. И все эти вопросы очень ярко у меня освещены в книгах. Саме завдяки своєму чоловіку, його увазі та турботі Ірина присвятила себе письменництву. У 2015 році вийшла перша її книга «Залежні від життя» про їх стосунки, а Андрій зрештою став продюсером дружини. Жінка полюбляє читати твори Януша Леона Вишневського, в'язати та прислухатися до тиші власної оселі, де можна почути себе. Полная тишина, и очень громко звучат мои мысли. Они настолько красноречиво громко, что, мне кажется, слышат соседи, о чем я думаю. И когда пишу, я настолько проникаюсь, что, мне кажется, я именно там, я это переживаю. У нас бывают моменты, когда я описываю очень сложную ситуацию. Например, мужчина с женщиной расстаются, или кто-то кому-то изменил, или кто-то кого-то бросает. Мне так больно, что я выхожу на кухню к мужу и говорю: слушай, я не могу, мне так тяжело, мне сердце болит. Нещодавно вийшла друком книга «Майже останнє кохання». В ній стосунки пари, де чоловік на 30 років старший за свою обраницю. Рядом со мной были люди, которые что-то подобное переживали, и я поняла, что это не исключение из правил, вот такая ситуация, а это очень часто. Непонятно, каким образом встречаются люди и как они пересекаются, если они живут в разных сферах. Кто-то живет и не выходит из Мерседеса, а кто-то только ездит на метро. Но вроде бы пути разные, разные уровни, но случается какая-то вспышка, и люди встречаются в определенной точке. И они понимают, что они родственные души, но все против них. Чоловік одружений, успішний, а його кохана – юна дівчина, яка тільки починає життя. Мені дуже хотілося показати жінкам, які переживають таку ж історію, що в таких ситуаціях потрібно йти хірургічним путем. Якщо любов не созидає, якщо любов не вдохновляє і не радує, якщо від любові хтось плаче, значить це не можна давати сил і не можна давати енергії цій любові. Кожна її книга з терапевтичним змістом, і в кожній непрості долі. На їх сторінках Ірина ставить одне питання. А як же знайти любов? Только через нахождение себя, только через свое собственное счастье. То есть женщинам нельзя бегать за мужчинами, бегать в клубы, бегать, я не знаю, там тусоваться на этих сайтах знакомств, потому что прежде всего нужно научиться быть одной счастливой, одной, без мужчины. Коли людина ще не зріла особистість, творити пару можливо, але якщо йде один, життя іншого ламається. І тільки пізнавши себе, коли особистість стає незалежною, ми залишаємося щасливими в будь-якому статусі. Ірина пише для жінок і про жінок, але її проза універсальна, вона про життя, кохання, пошук свого місця в цьому світі. Полюбіть себе, знайти себе, зробити себе щасливою. В каждой книге герои к этому идут. И я считаю, что самое главное предназначение наше, для чего мы здесь живем, это найти свою миссию, ну то есть выполнить свою миссию, нащупать, для чего я сюда пришла, какой урок решить. И вот если мы нащупали, что вот мое предназначение варить варенье. Варить домашнее варенье, необычное, например, с орехами и смородиной, и апельсинами. Это хорошо. Вот уже женщина себя нашла. Она вышла на балкон без рубашки, стояла босиком на дощатом полу. Все окна выходили на восток, все звуки были очень чувственными. Шепот в траве, стон луны.